Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня я ради вас приехала в магазин Fix Price, село Аргояш, Челябинская область. Новая подставка под горячее по форме напоминает цветочек. 18 см в диаметре, 3 цвета на выбор, 39,50. Кулинарная лопаточка из силикона, 39,50. В супер ярких расцветках. Новая щетка для мытья стаканов, банок, любой посуды. Лаконичный дизайн с деревянной ручкой. Щетинки не жесткие, за 99. Еще есть вот такая щетка, она подойдет для бутылок с узким горлышком. На них цена не отличается, состав дерева, полипропилен, термопластичная резина. Щетина в магазине в трех цветах, это вот такой серо-бежевый, белый и темно-серый цвет. Салфетки из вискозы от марки Bon Homme, 10 штук, 30 на 38 сантиметров, 79 рублей. Есть еще вот такие, размер 30 на 34. Моп для швабры размером 43 на 14 сантиметров, с коротким ворсом, за 59. Салфетка для мытья пола размером 50 на 60 сантиметров, край обработан, 79 рублей. Салфетки декоративные, 38 на 41 сантиметр. Ажурная с цветочками, золотистым покрытием, за 59. Кроме золотого покрытия есть еще полностью белые, голубые, сильно яркие, на мой взгляд, и серебряные. Снова привезли саянскую фольгу, 15 метров, 20 микрон, 249 рублей. Отличная фольга по качеству. И есть еще одна фольга, 50 метров, саяночка, за 349 рублей. Емкость для специй, прозрачная, с яркой цветной крышкой, 220 мл, пластик не тонкий, даже сделали мерную шкалу. Открывается уголок, насколько долго проживет эта закрывашка, непонятно, за 39,50. Большая кружка с белым покрытием внутри, 460 мл, керамика, в трех цветах, 99 рублей. Новые стеклянные банки, и даже здесь их разбирают на ура. Объем 1,5 литра с бамбуковыми крышками, 249 рублей. Это единственный магазин Fix Price в этом селе, открылся он недавно. До этого тоже был, но надолго его закрывали. И отличный ассортимент. Кстати, если сравнивать новые банки с вот этими, которые привозили ранее, объем 1,3 литра за 149 рублей, разительно дешевле. И эти дешевле, получается, переплачиваете за красивую крышку. Глубокие тарелочки с синей каемкой диаметром 20,5 сантиметров, керамика, за 83. Глубокие тарелки в форме цветочков с красивым розовым рисунком, диаметр 23 сантиметра, керамика, 149 рублей. У нас я таких не видела, приходили только маленькие, за 99. Очередные банки из жести с весенним рисунком. Двухлитровые. По идее, маленькая ручка должна помогать в открытии, но мне неудобно. Цена 199 рублей, на выбор 3 варианта. Пишите в комментариях, понравились ли вам эти банки. В отделе с декором тоже красота, есть и вазочки разные, и декоративные цветы, свечи. Но, в общем, ассортимент приличный, не хуже, чем в Челябинске. Компактные кошельки размером 4 на 9 на 10 сантиметров с отдельным кармашком на молнии и очень приятное покрытие сверху. Внутри большое отделение одно для денег и плюс 3 для карточек. Еще можно сбоку что-нибудь засунуть. В сером, бежевом и розовом цвете. 199 рублей, мне понравились. Набор отверток от Master Hand продаются в коробке, 9 штук. Отверток на самом деле всего лишь 6, но есть еще ручка, гвоздодер и шило, за 149 рублей. Большой набор с рукояткой и битами. Футляр, правда, не очень хорошо все фиксирует на своих местах, внутри 48 предметов. Цена 249 рублей. Ключ универсальный, в черном цвете, из ПВХ и стали. За 249 рублей. Сезонный товар к лету, это чехол для телефона, 59 рублей. До этого я покупала подобный чехол Fix Price, но они были полностью прозрачные. В этот раз с одной стороны декор, и он на всех отличается. Пластиковый контейнер с отверстиями для рук. С одной стороны бортик ниже, в розовом, сером и молочном цвете. Практически IKEA Fix Price, 255 на 180 на 93 мм, за 99 рублей. Появились еще вот такие контейнеры, разделены на три части. Органайзер 19 на 11 на 12 сантиметров, цена 59 рублей. Есть еще в белом цвете, сером, рыжем и зеленом. Набор металлических вешалок, 10 штук в одном цвете.
У этих вешалок покрытие все-таки скользящее. Цвета в ассортименте, цена 199. Мочалки для душа, те, что с щеточкой, за 99 рублей. Они приходили ранее. И в таких же практически цветах за 55 рублей. Здесь, правда, есть такой странный элемент в виде рюшей. Из не очень приятного тактильного материала. Коврики для пикника размером 100 на 150 сантиметров. Вот такие фольгированные за 199. Для отпуска могут понадобиться складные стулья. Здесь есть в четырех цветах за 199. Игровой набор Sport and Fun Кольцеброс. От 3 лет для развития меткости, ловкости за 299. Игрушка-щит из мягкого материала Eva Pet. Цена 59 рублей. Разных цветов и форм. Рядом есть мячики надувные за 149. И еще один сезонный товар. Это летающий бумеранг 83 рубля. Тарелка фрисби в таких же цветах за 124. В книжном отделе обнаружила хрестоматию для внеклассного чтения. Твердые обложки, белые листы, крупно написан текст и есть яркие картинки. Цена 199 рублей. Хрестоматия есть не только для первого класса, но и до пятого. Покажу, какие книги сейчас есть для взрослых. 99 рублей с мягкими обложками. Те, что потолще, мне кажется, подороже. Женский джемпер без рукавов с перфорацией. Круглый вырез до 48 размера. 81% вискозы, 19% полиэстер. Снизу вот так сделано. Перфорация только сверху и на спинке. 299 рублей. Есть белые, бежевые, серые, черные. Вот такой красивый лавандовый цвет. Детский лонгслив произведен в Кыргызстане. 100% хлопок. С изображением. Все аккуратно подшито. За 199 рублей. Такой магазин определенно заслуживает вашего лайка. Посмотрите, как здесь чистенько и аккуратно все расставлено. Подушки маленького размера здесь тоже в наличии за 149 рублей. Носочков много, детской обуви летней. Жидкое мыло, цена 199 рублей, с ароматом лаванды и ежевики. Большой объем, 2,5 литра. Такая упаковка в основном нужна, чтобы можно было перелить в какую-то нормальную тару. Питательный крем от марки Himalaya с алоэ вера и витания. Поправьте меня, если я неправильно произношу название. 75 мл за 79. Новое средство корейского производства, это гель на 99% с алоэ для тела. Сос увлажнения 99 рублей. 100 мл. И второй вариант с кокосом питания. Капсулу для стирки Биолан для цветного белья сейчас по карте 160 рублей. Внутри 16 капсул. Мусс-пенка с силиконовой щеткой, очищение и увлажнение с календулой. Объем 150 мл. Очищение и увлажнение с васильком, салициловой кислотой и цинком. За 149 рублей. Третий вариант с алоэ вера я уже начала тестировать. На мой взгляд, кожа очищает хорошо. Привезли средства чудо-пятки корейского производства. 199 рублей. Гель для домашнего педикюра. Хватит на 15 раз. 250 мл. С милым изображением панды. Кондиционер для детского белья от марки Солнце и Луна. В маленькой упаковке литр за 79 рублей. Но это больше литра 800. И цену пока не выставили. Буду рада, если подскажете в комментариях. Детская зубная паста «Новый жемчуг» 50 мл, 79 рублей с клубникой. Гель-крем для душа от марки Nivea 250 мл, с карты FixPrice 120 рублей. Есть в большом объеме 600 мл за 299. У кассы обнаружила дезодорант «Прелесть Bio», «Свежесть и комфорт» 83 рубля. Печенье мюсли от Любятово с клюквой и изюмом. В упаковке 4 пачки 120 грамм, 59 рублей. На этом обзор заканчиваю. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал. Я желаю вам чудесных покупок, хорошего настроения. Пока-пока!